Приветствую вас, друзья, на канале Коллекция монет. Сегодня на канале очередная биметаллическая монета. Монета Сан-Марино номиналом 500 лир и годом выпуска 1982. Материал монеты биметалл, центр алюминиевая бронза, кольцо нержавеющая сталь, гурт монеты ребристый с гладкими участками. Отношение аверса к реверсу монетное. 180 градусов. Вес монеты 6,8 грамма. Диаметр 25,8 миллиметра. Толщина 2 миллиметра. Отчеканена монета на монетном дворе города Рим в Италии тиражом 1 894 972 экземпляра. Вышла монета в составе регулярного набора 1982 года. Называется набор «Социальные достижения». Ну и монета номиналом 500 лир посвящена одному из социальных достижений. Это организация ФАО, организация по борьбе с голодом. Изображены на монете люди, техника, занимающаяся земледелием. По бокам колосья пшеницы. Год выпуска 1982, номинал 500 лир. На оборотной стороне у нас, как всегда, три башни Сан-Марино, которые изображены на гербе Сан-Марино. В данном случае герба самого нет. Есть часть этого герба. Надпись на ленте «Либерта», «Свобода», «Независимость». Ну, вверху надпись «Республика Сан-Марино». Данная монета наряду с монетами Ватикана и Италии являются первыми в современной истории биметаллическими монетами. В 1982 году монетный двор Рима выпустил три монеты. Одна монета Сан-Марино, которую я здесь показываю, монету Ватикана и монету Италии номиналами 500 лир, и они являются первыми. А вообще история биметаллических монет очень древняя. Впервые в Древнем Риме появились прообразы биметаллических монет. Потом Великобритания пыталась делать подобные монеты, уже более, конечно, качественные, модел пенни, так называемые. Ну а вот в 1982 году уже появились первые современные монеты. Через 10 лет, в 1992 году, появились уже и три металлические монеты. До них мы дойдем в свое время. Франция выпустила у нас подобные монеты. Ну а в 2006 году даже появилась монета, состоящая из четырех металлов. Это монета Виргинских островов, который выпустил частный монетный двор Pope Joy Mint. И она состоит из четырех металлов: палладий, золото, платина и серебро. Но, если честно, я эту монету не видел никогда, не встречал ни в продаже. Я думаю, что очень симпатичная монетка. Так что данная монета, можно сказать, прародитель всех последующих биметаллических монет. Ну а монетный двор Рима первопроходцем, можно сказать, в современной истории подобных монет, которые сейчас очень распространены
Ну и моя основная тема коллекционирования данной монеты. Ну и стоимость данной монеты невелика, тираж приличный и составляет порядка 100-150 рублей в этом диапазоне. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!